Так. Пошла вторая серия босса Повелитель Шторма. Он очень-очень потный. Первый час уже прошел, так что... Так, ну не так уж много прошло. А вот сейчас нужно лечиться. Да, блин, я же не вижу. Ты что-то так халтуришь, что? Да, я знаю. Ты сложный. Ты потный. Ой. Как я выжил только, а? Да где эта башка-то? Да, окей, хорошо. Я тут. Чё хотел этот, да? Да, блин, слишком уж далеко нахожусь. Особо не понимаешь, где я нахожусь-то. Близко, не близко. Нормуль. Вернулись. Надо, когда он так делает, нужно, ну, зажигать свою молнию. Нужно под него бежать. Там защиты достаточно. А вот что вот с этим сделать? Она непредсказуемая. Ну, подходи, давай. Сразим. Ай. Да хоро так делать. Лбу я умер с первой секунды. Хрен знает, какая попытка, уже 4 минуты второй серии. Чё, огонь, да? Огонь. Как от него спасаться? Каким образом? Никто не объясняет. Самая нехорошая атака, которая у него есть в распоряжении.
Ну, да, лети уже быстрей. Со своей читер-атакой своей. Ай, попали, конечно. Конечно, ты попал. Конечно, еще до сих пор нет. Ты же понимаешь, что это очень опасная атака. Ты не должен ее юзать. Почему ты ее, используешь-то? Это, блин, ну... Она как минимум дисбалансная. Баланс портит. Игры. Сложность саму. Если бы не было бы этой атаки, с этой огонь сверху, то все бы было бы легче. В разы. Давай сюда иди. Здесь будем разбираться. Чего? Знаю, знаю, здесь тебе тесно будет. Ишь ты, током ударил. Не трогай свою мою эту херь. Да. Как? Скажите, пожалуйста, как от этой атаки уйти-то? Мне она достала уже. Если раньше мне эта атака просто придавливала и сносила по ХП, то теперь я, блин, как-то каким-то образом сейчас успеваю встать. Каким образом он успевает встать, а? Да хоре так делать. Так, а нет, ты не вверх захотел. Да хары своим копьем, юза, дай это своему этому питомцу повоевать. Таким образом, например. А? Все, вьюзаем последнюю печку. И дальше пошли. Один удар есть. Да, блин, как ты так умеешь, что? А? Вон, вторая фаза реально опасная. Вторая фаза реально, она, ну, она очень, очень сильная.
вторая фаза. Она реально уже выбешивает. Не, первая, блин, ну, хуже первая фаза. Ну как хуже? Первая фаза хуже тем, что это атака присутствует. А больше в ней ничего такого сложного нету. Самое нехорошее это самая атака. Да, я ж прыгнул. Да. Где бы я ни стоял, в любом случае что-то плохое в меня сунется. Попробуем двуручным хватом меч подержать. Может, что-то и изменится. А, все, проиграли. Проиграли. Просто потому, что эта херь решила атаку юзнуть. Это что-то за... То же самое это называется... То же самое артоводы действуют, работают. По той же самой схеме. Просто решил на кнопку нажать. Просто решили на кнопочку нажать. Просто решили. Да, я уже был под ним. Нет, нужно. Выходи. Чё прячешься ты? Семьсот десять, два удара. Ой. 710 было. Да, блин, ударь его. Ну-ка, подожди. А по ноге сколько будет? Ну, блин, тоже увеличивается. Триста, нет, пока все так же. Знаю. Выпили. Ай! Так, ладно, давай сразу подойдем. А я тють.
Ишь ты, прихлопнул меня. Часть здоровья снесли. Нужно как можно дальше от эпицентра уйти. О, еще раз вышел. Еще раз выжил. Далеко был. О, сейчас тут уж могли быть. Там капелька была. Да, блядский ты. Да, сучёныш, ухуй. То есть убежать все-таки можно, да? Каким-то хуй хреном убежать можно. И даже здесь уже урона избежать тоже можно. Ха-ха-ха. Чё, не думал, да? Что я так сделаю? Блин, ты издеваешься. Тысяча 800 сняли. Убегай! Опа! Цепанули. Давай еще парочку ударов. Один точнее. Вот так вот. И выпили. Так, теперь ваша очередь. Здесь нам нужно фокус понадобится. Да хара, прыгай ты хоть чуть-чуть-нибудь.
Да понятно, что умер. То есть, в теории, блин, надо. Нужно чем дальше нужно как можно дальше находиться от огня. Как можно дальше. Выпей на всякий случай. Ой, прямое попадание было. Тысяча восемьсот. Ай, вот сейчас погибли. Вот сейчас погибли. А, впервые эту атаку я на себе почувствовал. Тысяча пятьсот. А, вот как можно было выжить-то. Нужно во время этого момента перекат уж делать. Перекатываться. И тогда мы выжили бы. Перекат нужно просто. Да хорей. Тысяча пятьсот девять, что-то получилось. Все с чего-то. Ой, это было больно. Да-да-да, стал, ты же у меня. Перекаты лучше не устраивал, лучше бег. Ай, поймал. А почему я больше не стал, не сумел? Так, давайте. Да, я был уже там уже, ты мне как-то сумел. Ты молодец.
Да, да, опять нагады. Я вот что-то далеко находился. Да хары своим копьем. Так, нормуль. Сумели выжить. Тысяча двести. Норму. Все, я научился как от атаки твоей уходить. Два удара осталось. А у него четыре крыла, я только что заметил. Или одно. А нет, он там хвостом бьет. Да, блин, ты больно бьешь, я знаю. Так, теперь ты. Ой. Не, этого я, блин, этого уже сложно будет. Это реально сложно. Ну, давай еще раз. Не отпусти. Скажи, пожалуйста, а чё ты, блин, не хочешь? Мне сначала это вот горизонтальное тут дыхание устроите. Я уже три этих уже, две уже использовал. Может, хары, а? Хары уже, давай, блин, полегче давай. Чё-то с самого начала сложно. Еще 300. Ой. Срочно выпивай.
молодцы. Остался последний удар. Да где башка твоя? Уже 7 осталось. Он как сносит. Но я один удар не могу сделать. Наконец-то! 6 фляжек осталось. Это, блин, меньше половины. Так, возьми. Так, не, у нас все сложнее как-то. Да, 4 фляжка осталось. Три. Да, бля, как тут, как с этим увернуться-то? Чит не помогает. Щит не поможет, уворот не поможет. Убегать тоже не получится. Как с этим? Как эту вот атаку сманеврировать-то? Так, ладно. Это реально сложный босс. Все топы, которые составлялись по самым сложным местам, он реально занимает одно из ведущих мест. Да, да, ногой давай. Ладно, атаку-то пережили. А эту атаку я не знаю, как пережить.
Бегаем. Да, знаю. Задержался. Последний удар остался. Надо было сразу так сделать. Ладно, теперь ваша очередь. Да, блин, ну и как я не знаю, как уходить. Самим уроном, может, проблем и нету. Он переживется как-то. Он не пол хп сносит, а меньше пол. Выпил лучше аптечку и... Ой, еще одну. Половина уже всех запасов есть. Оху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. То есть, как я понимаю, у этого босса тоже есть вторая фаза. То есть, их три фазы. Одна на целое здоровье и... Вторые две. На половинку. Половинку. Где башка? Тысяча 400. Я успел. Я успел уйти. Так, еще один удар. Еще два. Вот так вот. Еще вон сколько вот этого есть. Восстанавливай.
Ой. Сейчас аптечки лучше не жалеть. Где ты? Чё отцепилась-то? Ай. Блин, пережили. Ай. Ну, если я сейчас не выпил, я бы умер. Да, блин, хорэ, я же увернулся. Ну, уже лучше. Уже лучше. Уже немножечко, но лучше. В смысле? А чё сразу-то? Я думал, мы с тобой немножечко повоюем. Чё сразу-то? Я лично от тебя такой подлости не ожидал. Выпей на всякий случай. Там краешек соль задел. Ты чё начинаешь-то? Да, блин, хоро летать уже, а. Так, ну осталось два удара всего ушли. Два удара осталось. Вот так. Теперь ваша очередь, безымянный король.
Ой. Блин, я уже восстановил здоровье. Отстаньте. Блин, достал уже. Только-только восстановлю здоровье. Начинает тут крутить. Блин. Давай. Чего ждешь? Да, как ты так умеешь-то? Уже две банки уже профукал. Третья атака, которая уже может мне тут профукать. Все. Так, ну первый удар мы сделали. Еще один удар. Опять что ли? На поклюву. На 1400. Два удара. А, это была эта атака, а? Я подумал на твою нехорошую. Да, блин, а что ты так начинаешь-то, а? Лети быстрей. А первый удар. На тебе за это. Сто еще лучше. Выжил каким-то образом. Как-то выжил.
Ну чё ты попал в эту херню. Продолжай тут это. Молния летит, не чтобы оттормознуть на статуе. Так, не, продолжает свое движение. Ну что, первый босс? Ну, первый босс легче, я его уже вон сколько побеждал. Ну, если второй босс, ну... Так же, ну, блин, только так же в первый появлялся, то я, наверное, его так же убивал. Я вас понял. Блин, в другую сторону вообще вышли. Четыре пройдено. Два удара ему тоже. А, вон как он дышит. Вниз, да? Только-только увидел. Все время вот смотрел на как... На сам огонь. А сейчас увидел, как он конкретно дышит. Так, давай, подходи. Да, блин, что не делаю, все равно получаю. Три удара сделал. Окей, я убегаю. Я ушел. На, еще по горлу. Ой. Так, нет, другая атака была. Это то самое, которого все равно от расстояния мне здоровье хоть сколько сносит. Тысяча 800 пока рекорд. Так, два удара осталось. Я вас понял, куда бежать только.
Нати. Ишь ты, я здесь вообще-то. Да, блин, всё лишь 2-3 удара всё лишь. Скорее всего, это последняя попытка в этой серии. Да, 3 часа беру. 3 часа. 3 часа личного моего времени. Нажимание на кнопочки. Зря. Ишь ты! Ух ты, в полете сейчас я зарубил кого-то. О, это было больно. Еще 2 удара на 600. А, это было это. На. На, по ножке. Теперь с щитом. Ачи! Да блин, тут у тебя атаки длинные какие-то. Я даже не успеваю ничего сделать. Перекатываюсь. Что-то за херня-то. Все время было все нормально. Вот что сейчас случилось. Я даже ни один удар не сделал. Не успел. Не больше 1 удара. Не надо так делать.
Не больше одного удара. Ладно, иногда два можно. Да, блин, что ты такими ударами... Да я даже не успеваю ничего сделать. Одну аптечку, одну за одну другой пью. Просто потому, что я он пьет долго. Харе так делать, сука. Да, 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 да. А у меня все. Я проиграл. Мне аптечек это мне одну за одну пришлось за тебя фуфло такого. Фуфла такого. Выпивать. Я просто не успевал восстановиться. Я восстановился, у меня опять. Че так пьешь долго, а? Достал уже. А чего? Точно не под попадание твое. Да, 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 да. Вот и вторая аптечка пошла. Да, да, ты же, блин. Питер.